Ребята, давайте быстрее, пожалуйста, у нас нет столько времени. Так. Ножницы. Ножницы. Какой пульс? Стабильный. Стабильный, ё-моё. Этого мало для объяснений. Хорошо. 125 на 75. Ребят, пульс. Пульс увеличивается. А, я не могу сейчас остановить этот процесс теперь. Что нам делать? Так, ну попробовать затронуть вот эту артерию. У него тогда будет намного больше риск умереть. Неужели других способов не найдется? Других способов больше нет. Ребята, пульс остановился. Ты издеваешься? Ты что, совсем не следила за ним? Так, быстрее, разряд. 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 Так, значит, что? Мы не успели спасти его. Все поздно. Подождите, но шанс же еще есть, нет? Нет, тебе же сказали. Просто как медик я понимаю, что у него еще есть шанс на спасение. Какой шанс? Он уже не дышит несколько минут. Но у нас были и посложнее операции, и сложнее проблемы. Это... Здесь его можно спасти. Нельзя. Это точка. Положите все на место. Спасибо. Неужели и вправду все, Мэри? Да, все кончено. На сегодня я уже устала. Здравствуйте. Ой, Мелоди Милос. Да, я Мелоди Милос. Что-то случилось? Да. К сожалению, мы не смогли спасти вашего мужа. Приносим свои соболезнования. Что? После данных слов Мелоди не чувствовала боль. Она не ощущала те эмоции, которые у нее были после таких же слов про папу. Что она чувствовала? Все так же пустоту. А что она скажет детям? Что будет, когда ей позвонят родители Кайла? В этот момент она поняла, что это не ее вина. И она может сказать все, как есть. Не вернуть человека к жизни. Так зачем же жалеть и переживать об этом? Это его судьба. И она так с ним распорядилась. Но все же быстро смириться с этой мыслью у нее не удалось. До свидания. Здравствуйте, здравствуйте, куда вы? Мне, пожалуйста, можно к Эмми, лорд. Где она? Дальше проходите, она сразу же будет первая. Спасибо большое. Эмма. О боже, Джеймс. Почему ты не позвонила и не написала? Ты о чем? Что ты ехала с Кайлом? Почему ты вообще поехала с ним? У меня вопрос. Я не могла надеяться на то, что после того, что я устроила тебе... Ты мне куда-то еще повезешь. Эмма, пойми меня правильно. Я тебе в любом состоянии помогу. Поверь, я не оставлю людей в таком положении. Джеймс, пожалуйста, прости меня за все. Я простил. Спасибо. Я тебя очень люблю, Джеймс. Ты просто лучший. Но я подаю на развод. Что? Как? У нас нет доверия к друг другу, и после случившегося никогда не будет. Я не смогу без тебя, Джеймс. Джеймс, я беременна. Что? В смысле ты беременна? В прямом. Но, Эмма, ты же понимаешь, что это огромный риск. Но мы же так хотели этого, Джеймс. Мы так хотели, чтобы у нас был с тобой общий ребенок. Но, Эмма, тебя-то не будет. Почему ты так думаешь? После этой аварии я абсолютно здорова, со мной все хорошо. Я могу уточнить у врачей, есть ли какой-то риск. Он есть, Эмма. Мы с тобой ходили 2 месяца назад проверяться. И все было ужасно. Ты это прекрасно помнишь и знаешь. И нам сказали, что никаких детей быть не может, если вы не хотите потерять друг друга. Я не хочу остаться один с ребенком. Но ты же можешь найти другую. Нет, Эмма. Я так не хочу. Я тебе повторила это. И повторю еще раз, если надо. Если надо, я отдам тебе столько денег, сколько понадобится. Но... Но даже без ребенка быть с тобой в браке я не смогу.
и не требую от тебя денег. Я люблю тебя по-настоящему, Джеймс, и я не смогу жить одна, я не справлюсь. Завтра мы встречаемся в 1:00. А да, еще забыл передать письмо от твоих подружек. Поправляйся. Вам переведут обязательно деньги на карту, не переживайте. И, пожалуйста, будьте аккуратней, никак не вредите себе. Вы не понимаете, мне не нужны деньги, мне нужен был он. Но он теперь мертв. Деньгами смерть никогда нельзя оплатить. Никакими счетами не оплачивается это. Все, спасибо большое, я больше ничего не хочу. Я пойду по лестнице. Открывай же, Мелоди, это я, Джеймс. Мелоди, да открой же ты. Наконец-то, ой. Здравствуйте, пупсы. Привет, Джеймс. А где ваша мама, не подскажете? Мама в спальне. Она сказала, что она сейчас занята. Занята? Понятно. Ну, а вы как? Чем занимаетесь, что делаете? Играем. И папа где-то пропал. А что мама сказала про папу? Он уехал в командировку. Угу. Надеемся, что он скоро вернется. Мы уже по нему скучаем. Но мы знаем, что папа обещал нам скоро купить новые телефоны, планшет. Поэтому, наверное, он, может, за подарками уехал. Угу. Они, наверное, где-то далеко находятся, и папа просто уехал за подарочками. Но скоро он вернется обязательно. Да, и привезет нам море подарков. Но главное же, чтобы он приехал. Конечно. Так, ладно, детишки, идите играйте. Мелоди. Открой, прошу тебя. Молодец. Не говори мне про мой внешний вид. Поверь, мой внутренний еще ужаснее на данный момент. Верю. Зачем ты вообще пришел? Ну, я знаю, что нельзя оставлять людей одних в таком настроении и ситуации. Откуда тебе знать это? По своему опыту. Ты сейчас еще и про папу заговорил. А про кого еще? Я помню твою боль и переживания. Сейчас не так же, Джеймс. Ты не понимаешь. Чего я не понимаю? Я не чувствую боль. Я не чувствую ничего. Как будто мне все равно. Но меня пугает это чувство. Ведь он мне был дорогим человеком. У нас была искренняя любовь. Но я ничего не чувствую после его смерти. Это не должно быть так. Тише. Ты же понимаешь, что тебе не будет все равно. Ты в любом случае любила его. Да, я знаю это. И ты же помнишь, что жизнь не заканчивается на смерти другого человека. Нужно вставать с силами и подниматься, двигаться выше и дальше. Только так ты сможешь жить дальше. Если отпустишь его. Я ее отпускаю. Собрала его вещи, которые были у нас. Скажи мне адрес, куда нужно увезти это, и я увезу. Хорошо. Если бы я была на месте Эммы, я бы тоже умерла. Мелоди, о чем ты? Зачем ты думаешь об этом? У всех просто своя судьба. Видимо, у Кайла такая. И не нужно жалеть, что так случилось. Если тебя не было там, значит, так нужно было. Как я справлюсь одна? Я готов тебе помочь всем. Я люблю тебя, Мелоди. Джеймс? Искренне люблю, любил и всегда буду любить. Джеймс, ты... Возможно, наши действия не идеальны и не верны в каких-то случаях, но нельзя отказать сердцу, когда оно уже кричит об этом изнутри. Не всегда говорили слушать сердце, поэтому я доверяю своему сердцу. Я тогда тоже буду доверять своему сердцу. Алло, Мелоди. Привет, Джеймс. Как ты, милая? Милая?
Это что-то новенькое. Да, все хорошо. Ну, в смысле? Получше. Я иду к тебе, жди сюрприз. Что, опять? Не опять, я снова. Так. Мама, мама, там дядя Джеймс за окном. Джеймс? Ура, Джеймс! Привет, пупсы. Девочки, у меня тоже есть подарок, не переживайте. Мы же не терпится. Чемодан-то хоть свой занеси. Это тебе. О, спасибо большое тебе, Джеймс. Нет, подожди, не сейчас. Ладно, а когда? Попозже. А Мэйли? А это Эмилю. Вау! А что сказать нужно? Спасибо, лучше Джеймс! Пожалуйста. А теперь пойдем на минутку, отойдем.